Добрый день. Сегодня снимаю вдогонку к тому видео первому про отводку. Еще коротенькое видео, потому что там в комментариях задали пару вопросов, которые я забыла осветить, важных вопросов. И вот эта лиственница. Я ее все-таки отрезала в тот же день. Вот. И впоследствии с нее опала вся хвоя, но зато выросла новая. Вот там маленькие такие почечки, зелененькие, вот здесь хорошо видно. Вот, то есть она прижилась, и сейчас середина сентября, и она отращивает новую хвою, да, все как положено. Вообще-то нет, но ей видней. И вторая отводка. Клен, вот он тоже жив, пока здоров. Сбрасывает листья свои красные. Теперь касательно вопросов. Нужно ли снимать кору? Конечно, нужно. Для лиственных кора снимается вот таким образом. Причем длина вот этого участка без коры, она должна составлять несколько диаметров отводимой ветви. Иначе она может очень быстро зарасти калюсом с этой стороны и с этой, и корней никаких вы не дождетесь. Что касается лиственных, извиняюсь, хвойных, на лиственницу я оставила вот такую отводку. Этот метод называется юбка, если я не ошибаюсь. Здесь делается один кольцевой надрез и несколько параллельных направлению волокон. Вот, и далее вот таким образом они отгибаются, и под них вставляется колечко проволоки. Вот, далее, во что помещать ее? Я обычно использую мох, либо вермикулит. Третье. Когда ставить отводку? А на клен я ставила отводку до распускания почек. В прошлом году я поставила ее, когда листья распустились, и ничего не было. В этом году корни появились буквально через 2-3 недели. Я проверила, и там уже были небольшие корешки. На лиственнице иголочки были полураспущенными. До конца они еще не распустились, и корни также появились в течение месяца, где-то очень быстро. Вот, все это немного сумбурно так, но весной, я думаю, сделаю отдельное большое видео, посвященное именно отводкам. Я расскажу, какие деревья я пробовала отводить, что получилось, что нет. Поставим несколько новых отводок, в частности, на хвойные деревья. Также обязательно пишите свои вопросы в комментариях, потому что я рассеянная и всегда все забываю. Спасибо за просмотр. Всем пока.